ни ярких огней, ни громкой музыки. Вместо этого нежное освещение и живое музыкальное сопровождение на фортепиано. В таком контексте предстала коллекция от Валентина «Осень-зима 2016-2017» на неделе моды в Париже. Креативные директора итальянского модного дома Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пичоли продолжают демонстрировать свой интерес к миру искусства. Тема коллекции – балет. Пастельные тона – бежевый, серый, бледно-розовый, а также черный цвет. Легкие струящиеся платья с акцентом на талии и широкими юбками. Блестящие элементы – водолазки с высоким воротом. На ногах балерин от Валентина как туфли на плоской подошве, так и высокий каблук. Макияж нюдовый, волосы собраны в аккуратный пучок. Аксессуары, если и есть, то просты и ненавязчивы. Философия дизайнеров Валентина – живые и искренние эмоции вместо виртуальных впечатлений.